Откручивает это. Мы сейчас поддерживаем наших парней, которые в окопах, орки лезут. И мы, нам дают координаты либо с позиций, передовых из окопов, либо дают координаты с дрона. Мы жарим орков. Что мы делаем? Давай. Казах. Киевляне практически все наши ребята. Стреляет АГС по нашим позициям. Сейчас мы его потушим. Этот АГС. Есть? Смотрите, бывает по-разному, все зависит от их поведения. Если они лезут интенсивно, мы их интенсивно пакуем в пакеты. Если они не интенсивно лезут, ну тогда не настолько интенсивно мы стреляем по их позициям, но мы тогда можем стрелять по их расположениям. То есть у нас есть координаты цели, где они прячутся, мы их знаем.